может быть, даже в том числе, чтобы зарплату сети менеджера в какой-то степени увязать со средней зарплатой на той территории, которую он возглавляет. Тогда нам это позволит уйти от так называемого дифференцированного развития муниципалитета. Хочешь сети-менеджер получать достойную зарплату, работать над тем, чтобы привлекать инвесторов, работать над тем, чтобы в бюджетной сфере было достаточное количество, оптимальное количество чиновников, чтобы твои чиновники, которых ты возглавляешь, глава администрации, работали эффективно. Я считаю, что это тоже один из механизмов, которым мы, в том числе, будем эти вещи предлагать. И, конечно, надеюсь на то, что те вопросы, которые губернатор изложил в бюджетном послании, что они найдут свое отражение в практической работе правительства Тюменской области и, конечно, муниципалитета.